еще подарок. Администрация Ленинского муниципального района Шумаева Алексей Жатя. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые конкурсанты, мы проводим не первый конкурс, не первый год. И вот последние годы у нас появились свои партнеры, свои друзья, свои единомышленники. В каждом конкурсе есть организация, учреждение, которые готовы поучаствовать, какие-то призы свои предоставить. И вот сегодня у нас есть интересные для всех информации, я думаю, для начала. Вчера у нас прошел финал чемпионата России по баскетболу среди женских команд. У нас есть известная команда «Спарта НК», четырехкратные обладатели Кубка Европы, чемпионы Европы, многократные чемпионы и призеры, вторые места в России. Вчера, конечно, удача нам не совсем улыбнулась, но мы не отчаялись. Вчера мы стали серебряными призерами чемпионата России. Это взрослые, а вот дети нас обрадовали. 95-й год стали чемпионами России. Генеральный директор команды, генеральный директор, тренер. Сейчас все регалии назову. Будьте внимательны. Слово предоставляется заслуженному мастеру спорта России по баскетболу, бронзовому призеру Олимпийских игр, чемпионке Европы, серебряному призеру чемпионата мира, серебряному призеру чемпионата Европы, чемпионке Польши. Это был наш глава района Голубев Василий Юрьевич, он сейчас губернатор Ростовской области.
эту школу начинал строить он, закончил Сергей Николаевич Кошман. И вот в такие объединенные сувениры сегодня будут вручать Анну Валерьевну с Юлей. И вот зачитаю. Да, да, зачитайте. На сцену приглашается Аджамян Давид. Где у нас Давид? Преподаватель. Может быть, ты, наверное, директор.